О, Япония. О, всех. Так, так, так. Друзья, всем привет. Как вы видите, мы тут уже собираемся потихонечку на сервере. С вами Виктор, и мы сегодня играем в P3D PW. Это такая вот разновидность Агарио, того самого здорового, классного. Играем тут на сервере номер один. Фастфуд. Да, Уфа фастфуд. Ну, пока вот видите... Прячемся от жирных мира сего. И, наверное, давайте полетим вправо. Просто вот Далекин какой-то. Давайте Далекина The Night валить. Давай, гаси его, Чадов. Жри, жри, жри его. Ой-ой-ой, что ты творишь? Что ты творишь? В меня, в меня, в меня. Амфетамина съесть не смогу даже. Грази, жри Далекина. Амфетамина жри, давай, гони их всех направо, там скоро клубок будет, тупик. Давай, ой, Чадов, отворачивайся. Так, сожрано. Еще раз, так, как бы мне. Да там зелененькая, там пока. О, есть, все, нету зелененькой. Сейчас мы с магой сожрем все. Вот так вот, давай, и Реда, давай, жри, Реда, давай, Витя, давись, он классный ник. Вот такое вот сначала классное. Так, а теперь бы нам как-то поделиться. Давайте я вот сейчас вот эту зелененькую взорву своей толстой штучкой. Точнее говоря, тоненькой штучкой. И сейчас покормлю вас. А, елки-палки тут. Хрен так взорвешься. Я скорее толстую взорву свою, чем маленькую. О, да, так, взорвался. Так, разбираем, кому что. Такие кормушка пошла. Так, увисло нормально получается все сожрать. Все, нормально. А лучше даже, кстати, три больших толстых шара. Поэтому я сейчас разобьюсь вот об этот зелененький. Так, кому-нибудь что-нибудь достанется. Ну и как мне еще скормить кого? Они не едятся. Так, давай, вот магу будем. Магу кормить. Бумагу. Мага-бумага. Ох, как это тяжело-то, а. Так, Витян летает. Здорово, Витян. Так, ладно, это я оставлю себе кусочек, он срастется со мной скоро. Вот теперь мы с магой можем потихонечку... Во, все, и Чадову досталось. Мага, не надо кормить меня через W. Когда ты кормишь через W, теряется довольно-таки приличный кусок массы. Так что просто не надо этого делать. Нужно, если кормишь, то через взрыв об зеленую. О, Ван Ноксен нам пишет. Выздоравливайте, плюс, мы все сильно беспокоимся за твое здоровье. Будьте дальше таким домашним и ламповым. Спасибо, спасибо большое. Особенно за домашность и ламповость, мне прям понравилось. Так, продолжая наше путешествие, мы сейчас в районе около центра были, идем вниз. Ровно вниз, ребят, по центру. Это то есть, давайте, я наплываю, вы меня кормите. О, коты! Так, кота жрать, коты! О, такой я жирный стал-то, а, вовремя все по... Так, спасибо тебе, коты, накормил меня. Я, правда, не знаю, свой это или чужой, наверное, чужой все... Блин, там какой-то... Твич. Чувак живет. Бах! О, сейчас Марлурис-то отъестся. Я чувствую, мы с ним на пару опять пойдем валить всех. Так, ну там добряк, я так понимаю, да, какой-то висит. Или Фиделис. Они реально огромные. Просто гигантские. Он сейчас вот на меня как поедет. Как на меня наедет. Как мне больно будет. 30 тысяч у него. Он в два раза больше меня. Давай, по кромочке, Витя, обходи его. А, нет! Все. Косяк. Ой, кек какой-то летает. Вот он сейчас как прыгнет в меня, и до свидания будет. А он может. Так, котел, давай, разлетаемся вокруг зеленки с двух сторон, пролетаем. Если он поделится, он в зеленку прям бам сделает. Странно, почему он решил не делиться? Он решил не делиться? Ну, это его проблемы. Так, а что случилось? А, добряк нас съел все-таки, да? Нас съел добряк. Что тут у него? 5000.
В общем, он большой, ребят. Так, хорошо, пока с ним мы ничего сделать не можем. А, Dalek in the Night, смотрите, летает. Вспомнил, вспомнил. Припомнить мне что-то хочет, наверное, да? Летим. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты смотри, меня Ненка сожрал. Был я в Макдаке, захотел посрать. Толкан был закрыт. Пришлось ногой выбивать. Выбил дверь, я зашел в туалет, сел, посрал. Учуял. А там бумаги нет, а нет. Пошел я в зал, булку крал, съел и домой побежал через лес. Вышел из Макдака, навстречу мне макака, розовая задница, небольшая разница между. Продолжение. Какого? Вот, да, Олег, тебя тоже сожрали, я смотрю, да? Нормально мы с тобой там повоевали. Так, здесь что-то происходит, что-то зеленое большое летает. Спасибо, спасибо, кормите меня еще. Инкуб какой-то. Русский инкуб. Так, я тут пока в промежности какой-то воюю. Летаю. Да что же они от меня бегают? Так, 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 русский инкуб. Погоди, погоди, я тут меж тебя протрусь. Между ног как-то проскочил, нормально. Не заметили меня, слишком маленький. Потому что там инкубы-то убивают, такое ощущение. Может быть, надо помочь ему чем-нибудь? Я не знаю, подойти и покушать его кусочки какие-то. Как еще ему помочь-то я могу? Откушу у него ногу. А, это в самом центре дело происходит. Здесь этот добряк летает. Что с ним делать, я не знаю. Надо будет туда, знаете, как мы с ним будем поступать? Мы будем его пытаться убивать, закидывать зеленками. То есть мы будем вести с вами зеленки с углов с каких-нибудь. Ну а как еще, когда он стоит на одном месте, жирный такой. Зеленочки с углов подтягиваешь, и нормально все. О, кто-то толстый летит. Кто это? Дайте посмотреть. О, мага я. Нашелся. Или нашлась. Я даже не знаю, кто это. Так, Парлурис меня покормить хочет. Здесь огромное количество всякой зелени. И вот сейчас я тебя сейчас жахну, нет? Блин, прошел, гад. И смотри, прошел. И ти-ти не взорвал. Так, Чадову все досталось. Досталось все Чадову. Ух, тут вообще движение какое-то непонятное. Ребята, бежим. Писюн, Писюн, спасай меня. Там доги какой-то ли. Воу, ребята, жестяк полный. Что же вы кормите не тех? Писюн, ты почему меня не спас? Мне даже Писюн не спас. Надо Россию сожрать. А хрен ты ее сожрешь? Так, ладно, пока опять не... Оп, елки-палки. Мимо. 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 Давай-давай-давай, взрывай зелен... Так чё ж вы не меня взрываете? Господи, что ж творят? Свои же главные. Вы видали, что творят свои? Свои же взрывают. Зачем меня-то взрывать, я не понимаю. Если надо фиолетового взрывать, они взрывают меня. Молодцы! Профессиональные игроки, я так смотрю, у меня в команде. Витя нашел Витю. Я встретил тебя. 11500. Да, это он. Что это? Продолжение истории? Что может быть отвратительнее, чем откусить яблоко и обнаружить там червяка? Откусить яблоко и обнаружить там полчервяка. Ха-ха-ха. Перевожу. Пол червяка. Это отвратительнее, чем просто червяка обнаружить. Ну, в принципе, что-то... Так, опять свой же сожрал. Ладно, бывает. Так, Грейзи. Вот кто меня бомбанул в тот раз, да? О, блин, какие же они все огромные тут. Мимо. Мимо, не съешь, не съешь. Свинка Пепа. О, сейчас Игорь закончится, и меня съедят. Налево срочно. Нет, 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 не съешь, не съешь, не съешь. Не съешь. Ха-ха-ха-ха-ха. Свинка Пепа, привет. Не съешь. О, нет, там угол. Угол, угол, птица, угол. Бежим, мама. Ми-ми-ми-ми-ми, мама, бежим. Блин, жесть какая, а. Что ты меня кормить? Зачем вы меня кормите? Тут, видите, это, два яйца не пройдут. Тут два яйца между двух яиц. А, нет, зажали. Беда-то какая, надо проходить мимо. Сейчас я как... Это профессионально-то между ног-то у него проскочу. А? Давай, поделись, поделись в меня.
что там гигантское что-то. Это, а, это был не пар, это был хар, и хап, или нар. В общем, и то как-то плохо звучит. Так, где же нам найти друзей? Бабка Капа, ёлки-палки, Лунтик, ты где? А где же Лунтик-то? Бабка Капа нашел. У-у-у! А что-то съел. Что-то съел, бегу. Сожрал, бегу. Я как колобок. А, только его жрать пытались. Ну, в принципе, меня тоже пытаются сожрать. Бабка Капа, дай сожру. Дай откушу от тебя. Блин, почему она с золотой цепью? Я не понимаю. Господи, боже мой, я даже не обнаружил. Я настолько удивился того, что бабка Капа с золотой цепью на груди. Так, много-много висела. Инкуба какого-то сожрал. Что тут дальше еще происходит? Вот эти чуть инкуба не съели. Так, Вуду. Жрется. Так, Ода. Так, лук от жоп. Что? Ай! Ой! Мама! Что происходит? Ни хрена себе, я сожрался в своего, слава богу. Хорошо. Своего сожрался, это уже хорошо. Дай, ай, ты, блин, хотел покушать, но у меня, видать, что-то пролагнуло. И меня засосало. Засосало. Фук от жоп. Кто здесь? Одо. Так, Витя Крут и Ода. Все здесь. Вон, Витя Крут, дайте это съем. Ода, ты что творишь? Съешь случайно. Так, Ода, поедим. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, конгломерат. Так, это Вуду съел. Так, это Вуду дал. Так, это Ода один остался. Так, что там? Витя Крут. А, Витя Крут, он же большой. Надо у него чуть-чуть почистить его тут. Остаточки. Так, ёшкин кот, откуда это прилетело вообще? Я даже этого не видел. Из-за экрана какая-то фигня. Ну так нельзя делать-то. Так просто нельзя делать, террористы. Так, в общем, нас вычистили, ребят, из топов очень быстро и надежно. Каким-то багом непонятным, что я даже не видел, куда и что происходит. Мы просто исчезли. Прилетело. Тут впору даже включать вот эту вот штуку. Фу, жопа горит! О, подушите мою жопу! Так, пока читал чат, сожрали. Хорошо, бывает. Ну-ка, 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 у Ц он летает. Айскрим! Марлурис меня. Видали, видали, защищал меня Марлурис, молодец. Свинка Пепа, так. Не всосешь. Классный ник, не всосешь. Так, Нар летает, он огромный. Он просто гигантский. Хоп. Извини, Россия, ты меня за так доконала. Ну, в каком-то смысле. Так, Пукаджоп. Может быть, Пукаджоп накормить, я не знаю. А, он сам в меня кормится. Давай-ка я чпокнусь. Тебя покормлю взамен. Во, во, нормально, нормально, нормально. Так, мелочь всю съедай. Так. Ну, Пукаджоп хотя бы знает, что нужно делать, так что... Как говорится, нормально все. Так, 5000, что, на что мы можем рассчитывать? На свинку Пепу. Она где-то тут рядом летала, кстати. Давайте ее найдем. Пукаджоп как-то поделился очень странно. А, он, наверное, хотел УЦ съесть. Ну, УЦ, я тебя предупреждал. Мы в клане VP играем, если нету... Так, этот вот засранец может нам что-нибудь припустить. Стоп, ты куда? Он куда-то делся полностью. Так, кто там? Как же не хватает, конечно, голосовой связи, но это было бы совсем нечестно. Так, там Украину бомбанули. Что-то зеленое там накормили. Блин, это что-то зеленое, по-моему, больше меня. Да, это больше меня зеленое. Ой, валим, валим, валим оттуда вообще, бегом. Там что-то просто гигантское. В левой части экрана нужно как можно быстрее удалиться в сторону. Так, мне нужен напарник... Напарник, конечно, нужен, но при этом... Так, что-то... А, Украина. Давай, блин, не получится. Так, кормим кого-нибудь. Взрываю зеленочку. А будет бах. Так, жрите там. Висел, жри. Жри, висел, быстрей! Так, одно неудачное деление, видите, и все. Так, димедрол. Маловато будет.
Так, жопа. Вот жопу можно жрать. Так, протим, протим, протим. Надо как-то протим бомбануть. Есть, бомбанул протим. Так, это сюда. Так, это все весело. Блин, там опять что-то большое летит к нам. А-а-а! Блин, твою налево, да что ж вы творите-то, а? Wi-Fi сраные. Ну и что вот мне с ним делать теперь? Ребята, бежим! Бежим отсюда! Я, правда, не знаю как. Но, по идее, через зеленку, через это он не пройдет. Ты смотри, а, прошел. Вот читанутый, а, парень, а? Ну как так вообще получается? Что за ересь, а? Вообще стартануть не дают. Там занято. О, Коте. Давай. Мочи, Коте! Недалекий. Уху! Война пошла, Марлурис. Дай накормлю. Но ты-то чё его кормишь? Улетает, главное, от меня. Я его хочу накормить. И сам кормит. Издевается, что ли, над нами? Давай, мага, делись там во всех. Убьёшь всех, съешь. Съешь всех сразу, делись в них. Ну же. Ну, давай, мага, поделись, просто поделись. Что ж ты не делишься? Ну, сожрешь своего, ну подумаешь, бывает. Что-то там произошло. А, Ода все-таки сожрал каким-то образом. Тихо, дайте, я между вами протиснусь. Как-то вы слишком плотно третесь тут друг с другом. Ой, елки-палки, зеленка прям появилась под ногами. Уже сколько зелени вокруг, а? Прям взрывай, не хочу. Тут такая засада. Теперь понятно, почему большие здесь не живут. Блин, там опять большой парень. Давайте в наступление пошли зелеными. В наступление зелеными. Да что ж ты недалекий, взрывает мою зеленую. Говорю, в наступление идем, он взрывает все. Как так, а? Элитный Wi-Fi. Тихо. Это, ух, господи, по-моему. Почему-то меня взорвали. Притом свои же, насколько я понял, опять. Удивительно рядом. Вот смотришь на них и не понимаешь, кто за кого играет, а? То мешают что-то, то взрывают, то съедают в не вовремя. Можно тебя на 5 секунд? Пожалуйста, монстр, погоди. Погоди, дай что сажу. Монстр, привет, ты такой вкусный. А, кек, бежим, вау. Откормил парня. Надо было уходить вправо. Надо было. Ну, после того, как это произошло, легко сказать, что надо было сделать. Как говорится, знал бы, прикуп жил бы в Сочи. Ну или соломку подстелил, там, где упал бы. Ты меня драгонмасты взорвать хотел, что ли? Я не понял. Бам! На, Витя, давись! Всех жрём. Магу, мага, давай. Мага, иди в атаку. Ох, тут движуха началась вообще. Вы посмотрите, надо Вуду подкормить. Хоть через W, но... Всё, нормально. Профит больше было. Хоть я через W сколько-то потерял, зато сколько профита, сколько мы зажрали. О, маленький кто-то летает. Так, неправильный пароль. Ёлы-палы, Витя, давись, меня кормят. А, во-во-во, давай, захожу на пич свага. Давайте, мы его сейчас в угол зажмем. Тут уже скоро угол. Отрезаем писю... О, писюн, отрезаем уход. Отрезаем писюн, это я серьезно. Вот, ты смотри, там вообще с классным ником парень приехал нам. Сам Марлурис съест. Блин, сейчас я в узкое горлышко зайду. Жах тебе, док, кто-то свой жахнул меня. Признавайтесь, кто свой жахнул? Вау! Молодец. Правильное решение. Они все от меня убегают. Я говорю, давай Чадова покормим. А, он свалил от меня. Ой, магу корми. Давай, ребята, все в магу. Все в магу. Давай.
еще? Ребята, сливайтесь в магу, давайте, дайте ему сожрать этого. Если он помрет, это все. Да не меня корми, магу корми. Господи, боже мой, что происходит? Я уже все отдал, что было. Все, уже больше не могу, я похудел. Похудел, пошел есть. ППС в игре пытался магу взорвать. Я удивляюсь вот сейчас, вот что он творит. Он против играет или что? Или за? Я вот честно не понимаю вот этого. Какая-то ересь вообще творится. Так, мага, я несу тебе еще. Несу еще, мага. Где ты? Во-во, мага большая какая летает. Ты сожрал, что ли? Ну, колись. Ну, колись. Мага, колись. Сожрал, нет? Судя по размеру, сожрал. Ну, давай, взорвись на синенькой. О, на зелененькой. Какой там размер, я не вижу. Погодите, дайте посмотрите. Что-то цифры бегут, а конкретики не вижу никакой. Погоди, там 35-90. Так где ж посмотреть-то? Хотя бы первые две цифры хочу увидеть. Неужели 31? 31. Все, ты на максимуме, мага. Мага, ты на максимуме. Максимальный размер клетки 32500. Считай, ты максимум. Делись. Делись, мага. Делись с собой. Нужно, чтобы было два больших. Два по 100. Так, висл там все сожрал. Так, 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 так. Недалекий. Фидельса, получается, значит, два куска больших есть. Мага, ищи зеленки и взрывайся на них. Чему, всему тебя учить надо, мы тебя накормили, теперь не можем съесть. Далекого надо откусить, нет, не хочет. Так, так, там мага делится, так, 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 Марлурис. Сейчас мага меня сам съест. Вот я мог бы, а вот я вижу кусочек, который я могу надкусить. Ой, Витя, да блин, там что-то красно-зеленое-синее уже идет нападать на магу. Давай, Витя, бегом! Бегом, Витя! А, нет, нет, разворот! Недалекий, что ты делаешь? Ну, разделись в меня, я не знаю, ну как ты ж... Вот, реально недалекий, ладно. Теперь мы уже в ней сидим. Нет слов. Я его накормил для того, чтобы он сожрал другого. Все правильно. А потом он должен делиться. Это смысл игры командный в том, чтобы все делились друг с другом, ребята. Максимум 32 тысячи в ячейке. Все, больше невозможно сделать. Ты будешь жрать, но это будет в никуда. Поэтому делай, что хочешь, но не получится. Най-най-най. Good girl. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Хорошая девочка. И теперь зажимаю девочку. Давай-ка мы ее устроим тут темную. Хоп, 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 хоп. Хоп, чина, хоп, хоп, хоп. Ладно, улетела девочка. Зажимаю. Зажимай девчонку. Берем ее в тиски. Опа. Курт, это тебе. На, ты молодец. Курт, это тебе. Курт, это тебе. Так, не хочет. Ладно, так поймет. О, мамочки, бежим отсюда. Тут какой-то Ямир. Бежим от Ямира. Пепе. Надо жрать Пепе. Зачем Dragon Master меня взорвал? Скажите мне, пожалуйста. У кого-нибудь есть информация по этому поводу? Так, уйди, Dragon Master, блин. Ладно. Взорвался. Надо малыша кормануть. Так, малыш отъед. Так. Малыш понимает суть игры. Так, там какой-то Фиделис летает подерганный. Ух, как я вовремя отошел.
Вот эту вот зеленочку надо в атаку вести. Надо вот эту вот зеленочку вести в атаку, ребят. Сейчас начнем. О, Марлури, здорово. Как дела? Что такой маленький? Блин, говорю, зеленочку в атаку вести, он взял, взорвался на ней. О, да. Тяжело. Во-во-во, заработало, ребят. Так, вон, большой красный. Надо к нему вести зелень. Зелень ведем к большому красному. Ё-моё! Твою налево! Блин! Чуть не сожрал меня, а? Что же никто зелёнками-то не стреляет? Блин, я... Такое ощущение... Нет, я не буду этого говорить, это слишком обидно. Вон, атакующий плацдарм дал. Жесть, там война идет не на жизнь, а на смерть просто. Марлурис, давай зелень, мочи, мочи зелень сюда. Ну, на атакующую позицию зелень выводи. Он сейчас сам там взорвется. Дай кусок. Это замануха была. Осталось Фиделиса победить. Вот он летает вокруг тут. Так, может его жахнуть, а? Давай жахнем. Что-то он не жахается. Не жахабельный. Так, нашел Крозора, кажется, да? Так, рядом с ним Мемори трется или кто? Ух, нифига себе, там что-то плывет друг на друга. Ура! Вот, тихо-тихо-тихо! Оп! Так, если поделюсь... А если не поделюсь... Блин, накормил. Поделился и накормил случайно. То, что взорвался на зеленке, блин. Чёрт, беда. Ох, блин, опять я взорвался на зеленке. Да как же так? Так, вот это вот надо Мемори отдать кусок. Бежим! Ну, был мой ракинг здесь, да, согласен. Я их нашел, они сразу проиграли из-за этого. Видимо, моя вина, что тут можно сказать. Неудачно я на зеленочке там взорвался. Глокстер какой-то. Так, ну, если я поделюсь, я его, конечно же, не съем. Но если б я знал, что если я в него поделюсь, и меня при этом накормят еще сверху, то я бы, конечно, поделился и пытался бы его съесть. Но, к сожалению, А, ну все, мы его скушали потихонечку. Так, давай кого-нибудь покормим. Марлурис, держи, сейчас зеленку буду бомбить. Так. Херувим тут есть. Дави Херувима. Все, Марлурис все съел сразу. Молодец. Дец, дец. Полный молодец. Так. Херувима мы теперь не догоним. К сожалению. О, проф пришел в чат. Здорово, проф. Ты к нам? Давай, заходи. Да, кстати, у профа сегодня день рождения, давайте поздравим его все. Мне даже в скайпе уведомление пришло. Так, где вы вообще? Я пока тут чат читал, пока что за сервер я зайду. Это сервер под названием, что мы на Petridish PV играем, а сервер FFA, как там, FED, что-то там. Ну, в общем, там где жратва сильная, номер один.
Так, какой-то там летает, но, к сожалению, мы до него не долетаем никак. О, Марлуис, кого-то отъел, прям я видел. Довольно-таки толстенького. Давай-давай попробуем его сейчас прижать к зеленке. Жми его. Какой-то Эймс, смотрите, на первое место вышел. Good girl. Bad girl. Ё-моё, что творите? Вы чё... Изверги. Изверги, он же меня сейчас сожрет. Жесть, что это было сейчас? Я вообще не понял. Кто так подляну такую кинул в меня сейчас? Вообще жесть полная. Don't play, жри меня, don't play. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, ну, оп, есть. Сожрал все-таки. Фух, так, Витька, братишка. Классный ник. Бедный Ассент, его тут труд вообще со всех сторон. Никак не может съесться. На, все, по-моему, мы его сожрали каким-то образом. Так. Блин, я уже здесь не пролезу теперь. Слишком сильно меня сожрали. Ой, разожрали. Ну, вы поняли меня. Так, Эймс, вижу Эймза. Ё-моё, он большой. Кто-то в меня врезался, что ли, я какой-то 9000 стал. Но я не могу пролезть, и я не могу вылезти отсюда. Сейчас Эймс меня просто задавит своей тушей. О, надо есть. Давай. Не съем. Ползет. Воу! О, хорошо тебе, ты кого-то там съел. Отбил парня. Так, по Игреку почти максимум. Так, если влево рыпнется, я его давану. Так. А в принципе, если я поделюсь, я же его съем. Чё я туплю-то? И нагибатора съем еще раз. Так, и как мне теперь быть? Надо еще делиться. О, нормально. Оч. Оп. Так, это тебе. Оп, это мне. Жесть, что мы творим, а? Ой, ну ты слишком поделился. Слишком большим меня сделал. Мы, кстати, в углу зажаты с тобой. А здесь вон засранец летает толстый. Если он сейчас нас засечет, это беда будет. Он тут нам устроит кучку намыть. Кучку намыть. В принципе, я могу на 4 части поделиться. Это будет по... Блин, можем, конечно, попробовать спецоперацию повернуть по откусыванию вот этого вот куска на 1000. Но я боюсь, она закончится плачевно для нас. Очень плачевно. Потому что там парень реально здоровый. Сейчас пробел нажмет, и до свидания всем. Так, пончик какой-то. Вот. Вот и пончик-то размножился как, а? Так. Фидельс какого-то бога приманивает. Что это значит? О, зеленка. Давай. Разор, я сейчас на зеленочке бахнусь. Бам! На! Уши! Уши, не обляпайся! О! Здесь кто-то большой! Я его не съем. И ты его не съешь. Но если ты не половинку кинешь, в принципе, мы можем попытаться его поковырять. Если кто-нибудь еще догадается меня потом покормить. Что мы делаем? Я вот не понимаю сейчас. Вон, Витек, лалка летает. Блин, какая выразительная физиономия там нарисована. Почему я медленнее летаю, я не понял. Что за фигня?
Заманивает, ты смотри, заманивает. Мне, ребят, надо валить отсюда. Заманивает вообще, ну, как, вот прям 100%. Там смотри, сколько толстеньких. Он сейчас его еще подкормит. Так, это значит, у них свой, я так понимаю, да? Блин, со своими, конечно, тяжело воевать. Уху! Меня хотят сожрать, ребят. Писюн, куда взрываешь? Не туда взрываешь. 100%, видите, друг за друга играют. Ну как? Как таких победить, если они втроем уже играют друг за друга? И Дели, Сейнс и Бог. Нави, говорит, и Virtus Pro уже устраивают матчи по Гарио. Ну так это реально, это тимплейная игра, это очень сильно тимплейная игра. И несмотря на то, что это просто тупо шарики какие-то маленькие, здесь реально столько тактик различных можно провернуть, вы не представляете. И с заманиванием, и приманиванием, и отманиванием. Главное в голосе быть. Это сильно решает, конечно. Так, ну, видимо, последняя попытка, да? Ты сразу пробел в меня нажми, и все. Ха-ха, и он меня взорвал. Вот это, конечно, номер. А ты бомбишь, бомбишь его, хренак, и тебя взрывает. О, там какая-то атака. Бам! Веселуха у Децела дома. О, Япония. О, всех! Вот это эпично было! Поделился, жесть! Как так получилось, что Япония всех сожрала? Ну вот, по таймингу, как говорится, одна какая-то миллиписечная секундочка. И вот так вот и получилось у нас с вами. Ну что ж, не сработало у нас с вами ничего, не получилось никого и никак у нас с вами съесть. Так, чтобы прям капитально. Да, были времена там почти-почти, но какие-то все время нам мешали непонятные вещи. То кто-то жадный попался, то зеленкой кто-то в меня зарядит. Ну, злопыхатель какой-то. Конечно же, как же еще? То вообще непонятно ересь творится, когда люди из-за экрана появляются и съедают тебя. Ну вот. Режим наблюдателя. О, прикольно можно, кстати. А, ты смотри, как тут можно, оказывается. Все, я понял, как надо теперь играть в эту игру. Все же очень просто. Один наблюдает, остальные играют. Вот он еще, Михалыч. Все, все. Нужно будет выделить специально обученного человека для этого. Говорит, все для людей, все сделано. Тут прям все видно, кто куда должен лететь. Где что нужно жрать. На кого в атаку идти. На 100% есть третий человек, который подсказывает, кто, где и как. Все, я вас прошарил, теперь я знаю, как вас победить. Осталось только найти человека, который будет сидеть и говорить, кто, где и как. Отмазки, в общем, я бросил, почему у нас ничего не получилось толком. Движух-то устроили, это главное. Всем ставим лайки на этом видео, подписываемся на канал, читаем описание, там уже до встречи в следующей серии.